Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Я молодец. Она прыгает и не допрыгивает. Нет, мне надо что-то придумать. Спасибо, что подбросил. Капитан Марвел, спасибо, что научила полиморфии. Спасибо, что подбросил. Вот так. Кому нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть? Мой штаб. Тут, конечно, бардак, но это мой родной бардак. А Амир был бы в бешенстве, если бы это увидел. Хотя мой братец по любому поводу бесится. Нужен мой ноут. Посмотрим. Это химера? Наверное, запись из реакторного отсека.
Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть! Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О, нет. Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Здравствуйте, я доктор Джордж Раппер. Мы с вами объявляем о вашем интересе в клинике для нелюдей в Джерси-Сити. Кажется, кто-то стучит. Я открою. Сотни выживших были заражены чудовищной болезнью. Привет. Обнаружен представитель нелюдей. В соответствии с протоколом о нелюдях, статья 3, раздел 8.2, пожалуйста, оставайтесь на месте до окончания сканирования. Что? Один из них здесь? Спокойно. Не бойся. Сканирование завершено. ДНК не людей не обнаружено. Спасибо за сотрудничество. Если вы хотите оставить отзыв о сканировании, пройдите опрос на сайте АИ. Спасибо. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал. Здравствуйте, я доктор Джордж Раппер, основатель агентства инновационной механики. Мы с радостью объявляем об открытии этой осени клиники для нелюдей и ученых. Суперстальжение! О чем? Очень изящно, но получилось. Так, теперь к статуе Кэпа. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. А им расчищают место под новую клинику. Тупая идея. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу.
Первый человек, которого назвали нелюдем. Уже 4 года прошло. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Подать руку помощи, здоровяк. Кэп давно погиб. Танцовщица? А ну отдай. Эй, ты куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Хватит! Ты в порядке? Ха, смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали! Эй, полегче. Зак, теперь он мертв! Стой! Он мертв! Я сказала, стой! Валим! Она из них! Не трогай ее! Сваливаем! Чувак, ты живой? Скорее, бежим! Отойди! Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка. Надо идти. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка. Так, значит, туда мне не надо. Следов объекта не найдено. Блин. Сколько их тут?
Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. Блин, сколько их тут? Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. У статуи Халка обнаружены следы. Изучить. Принято. Твоему другу нужна помощь. Давай. Вот и выход. У статуи Халка обнаружены следы. Изучить. Принято. Твоему другу нужна помощь. Давай. Вот и выход. Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Я иду. О, нет. Что за гадость? Класс. Как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Люди из АИН тоже меня ищут? И еще телепортируются? Вроде никого.
предатель не она. И тем не менее. Отлично. Ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон? Он самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? Ну что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватите ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Распознал. О, черт! Без регистрации. Сдавайтесь, и вам не причинят вреда. Ага, сейчас! Прятаться негде. Надо бежать из города. Еще.
Он мне помогает? Надо валить отсюда! Драться. Ладно, вперед! Прошу вас сдаться, представителем Айлин. Хотите увидеть мои силы? Пожалуйста. Как ты догадался? Тянуть новым друзьям? Просто супер! Все как мы любим! Думаешь, ты там спрячешься? Ну тогда хватит пытаться меня убить! Думаешь, ты там спрячешься? Ну тогда хватит пытаться меня убить!
Давай, Наки, прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Пока, Джерси. Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы. И ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Это потрясающе! Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Люблю тебя. Согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс. Ну, теперь я хотя бы знаю, что тут кто-то был.
в моем стиле. Мчаться на край света за какими-то слухами. Но кроме слухов у меня ничего нет. А им тоже здесь? Нужно поспешить. Наконец-то! Хоть что-то не из камня. Это хороший знак или плохой? Сопротивление. Они должны быть здесь. Должны. А им успели первыми. Сюда добралась раньше. Надо забраться повыше и посмотреть, где я. Не злись, Абу. Я просто решила размять руки. Родители пришли бы в ужас, узная они, где я. Да я сама в ужасе. С ума сойти. Химера. Я нашла их. Глазам своим не верю.
говоришь сама с собой. Еще быть сопротивлением. Хотя тогда должна быть охрана или вроде того. Свет! Кто-то там есть! Ой, внизу был реактор. Скорее уж надо наверх. Ого! Наверное, я уже у цели. Квартира сопротивления. Тут точно спали люди. Но как давно? Может, это те дроны АИМ их спугнули? Эй! Возможно, они спрятались в жилом отсеке и застряли там из-за отключившегося электричества. Надо подключить питание. Может, я смогу снова включить электричество? Может, здесь есть переключатель или кнопка? Похоже, старушка разваливается.
Ого! Это то, о чем я думаю? Ого. Почему он здесь? Какой легкий. Ты был прав, Кэп. Терриген – мощная штука. Кто здесь? Надо выбираться. Вот почему сопротивление сбежало. Одной сломанной дверью больше, одной меньше. Никто и не заметит. Надо придумать, как добраться до мостика. Он уже должен был превратиться в доктора Беннера. Помощи не дождется. Да
что может случиться, если нажать на красную кнопку? Если Хаук вернется, мне кажется... О, здесь раньше был ангар. Почти на месте. Тихо, Камала. Просто доберись до верхней палубы и не дай оторвать себе голову. Интересно, эти кнопки еще работают? Жму кнопки, двигаю платформы. Все ясно. Папа! А мне начинает нравиться. Главное – двигаться. Чего-то не хватает. Может, здесь найдется подходящая деталь? Не, закоротила. Нужно питание. Есть! Ручка от распределительного щита. И вуаля! Теперь кнопка работает. Я смогу выбраться отсюда. А вот и выход. Никаких следов сопротивления. Наверное, Халк их спугнул. Мне надо как-то спуститься. Ну и что теперь делать с записью? Задержать цель. Камала Хан. Захвати цель живой. Ты что, следил за мной?
Ладно. Я тебя не боюсь! Yeah.
помочь, но захват цели. Он не со мной? Ладно, я не против. Немного кружится. Эй, что вы делаете? Ну, тише, тише, тише. Все хорошо. Я хочу убедиться, что ты в порядке. Нельзя же вот так брать кровь, у кого вздумается. Я знаю, знаю. В обычных условиях нет, но это необычные условия. Обалдеть. Доктор Беннер. О, нет. Так, 9-е шоссе, оно в 20 милях от 90-го, там остановка, и ты сможешь... О чем вы говорите? Я, видишь ли, довольно долго был здоровяком, вот так. И давно вы здесь живете? Ну, несколько лет, да. Это поразительно. Да. Мне уже говорили. Неужели из-за этого роботы им загнали ребенка в пустыню? Не совсем.
Я типа сперла кое-что с сервера Фаим. Что? Сперла? Ладно, зачем? Я сама знаю, но... Просто вы сами посмотрите. Тарлтон. Да. А зачем отключать охранные протоколы? Неужели он? Да. Да. И я о том. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Ну, может, не совсем все так. Мы знаем, что реактор забарахлил, и, может быть, Кэп просил его отключить охранные протоколы и запереть Нет, дверь. Мы все слышали показания о Дне Мстителей. Тарлтон и Моника в момент взрыва были на капитанском мостике. Именно поэтому они сумели выжить. Это доказывает, что Тарлтон даже близко у капитанского мостика не был. То есть он врет. А где же остальное? Меня вышибли. Остальная часть повреждена. Да. Слушайте. А если Мстители подставили? А? Тарлтон, Аим. Это их лекарство. И я... Здесь что-то не сходится, что-то не так. Я чувствую. А вы? А я-то думал, что ты воровка, решившая стащить щит Кэпа. Ну... Я подумала... Вдруг мистер Старк поможет. В смысле, вся система на его технологиях. Если кто их взломает, то это да. Он, да? На 9-м шоссе есть остановка. От нее двигайся на восток и встретишь моих старых друзей. Они помогут. Мария хорошая. Скажи ей, что от меня, и покажи ей все это. Вы же видели запись? Признали, что что-то не так. Прости, я не могу помочь. Хотел бы, но не могу. Но вы же доктор Брюс Бэннер. Один из величайших умов наших времен. Каких еще умов? Ты что несешь? Мы такое натворили. Ты не понимаешь, как это опасно. Тарлтон зовет таких, как я, нелюди. Говорит, что мы больны. Опасны. Безумны. Что наша болезнь убьет нас в итоге. Ну, а я не верю. Я сама найду мистера Старка. Подожди, я... Я тебя подброшу. Правда? Тони спрятал свои игрушки, когда Stark Industries разорилась.
Где сейчас Тони, может знать только Джарвис. Эта дорога должна привести нас к секретному входу в архив. Супер! Отличный день для прогулки. О, вот это настрой. Ты носишь тот коммуникатор, который я тебе дал? Ага. Он почти незаметный. Так почему вы вернулись обратно на Химеру? Не я, а он. Так, это он распугал все сопротивление? Честно, я не особо помню Камала. Здоровяк повздорил с несколькими агентами щита, а после... ничего. А, ясно.